Центр управления спутником был в Андах. Эгуар сказал, что если его взорвать... В теории. Так, парни, ваша задача — накрыть те цели огнем. Ладно, Марлоу, Хэгар, вставайте за пулеметы и за дело. А ты что, нам не поможешь, Флинн? Чё, я... Не-не, я пацифист. Что? Ты пацифист? Чё, блин, родину не любишь, сука? Люблю, но карма дороже, чувак. Карму не трожь, поэтому я только летаю. Хэг, забей, блин. Нахер, блин! Я на болту все это вертел, гондон ты штопанный. Я тебе, сука, устрою небо в алмазах, на! Красавчик, блин! Тупорылый, удолбанный, сраный либерал! Привет, ребята! И вот на такой вот доброй ноте мы продолжаем играть в Battlefield Bad Company 2. И на сей раз нам нужно убить всех вот этих вот представителей одной хорошей страны под названием Россия. Так, сейчас мы их всех снимем. Нам необходимо вроде взорвать центр управления, да? А затем найти данные на спутнике, который, собственно, полетит далеко-далеко. И сделать это нужно быстрее русских. Так что, друзья, надеюсь, что-то из этого хорошее получится. И слушайте, их здесь действительно слишком много. Надо тут тщательно смотреть, где все враги. А вон он. И еще тут выходят. Блин, вот они откуда-то палят и уже из зданий. А я их плохо тут вижу. Ой, хорошо. Слушайте, вообще отлично просто. Еще давайте, еще отлично. Все? Так, все, сваливаем. Отлично, Свитвотер. Установить местонахождение станции управления. Так, окей. У нас здесь с вами Скар-Л, как коллекционное оружие, может встретиться, поэтому... Нельзя упускать его из виду. Хорошо, давайте поднимем второе оружие, а то у меня... Ой, а то у меня нет ничего из второго. Ну, где-то наверху мы этот скар найдем. Наверное. Я еще точно не уверен. О! Вот это вот я лучше возьму. Правда, патронов... Ну, с патронами все ясно. Так, это что такое тут? Ясно. Думаю, это единственный путь к станции. А, во, патроны. Хорошо. Пошлите. Единственный, так единственный. Мне главное скар взять на этом задании, чтобы для коллекции был. А ну-ка. Хорошо. Вот тебе и обойди с фланга. Тихо, 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 тихо. Вы чё тут разбунтовались-то? Ага, класс. А чё? Так я же уничтожил пулемет-то. Неугомонные. О, класс. Так, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Перенаправьте спутник. Офигеть, вы видели, как долго у меня тут красный экран? О! Походу, это вертолет. А, уничтожается. Так, что у него там за оружие было? Лол, у него нога застряла. Ай! Ай!
Лови. Бам. Так, снайперка. Я смотрю, тут Танатос настоящая. М95. О, передача. Так, короче. Мне нужен Скар. Очень сильно при этом нужен. И при этом и при том. О, давайте взорвем. Класс. Ну давайте, тут миссия-то недолгая. А, потом еще погоня на автомобиле. Ну, тоже придется погонять чуть-чуть. Такой вопрос. Мы-то на месте, а вот враги-то не кончились еще. Ну, класс. Это не Скар. Ну все, что ли? А, еще есть. Так, это наш. Ну слушайте, я тогда без понятия, что там осталось сделать. Да все, заходим, насрать на него. Чуть типа без меня зайти не может. А, вот он. Крыса. Ах ты, падла. Ну да, в таком узеньком коридорчике с дробовичком попробуй состязаться. Окей. Вот как-то так. Готово. Увидим его в любую минуту. К счастью, эта дрянь не так наполовину сломана. Закончить дело пустяк. Да, у лягушатника всегда все через жопу. Так, теперь нужно вытащить оттуда сервер с данными. Все так посмотрели на него. Ну, двигаемся. И все равно я не нашел оружие под названием Скар. Так, ладно. Вон наш спутник. Готово. Упал где-то в километре или вроде того. Ты уверен, да? Хагард, я его только что прицельно с орбиты уронил. Имей совесть. Совесть есть. Сержант, нам нужен транспорт. Понял. Там что-то есть. Отлично. Спускаемся в деревню, короче. Ох, в деревне не к добру заимствовать транспорт. Ну, можно так можно. Если других вариантов нет, то без проблем вообще. Так, а можно что-нибудь взять? Хотя, ничего не буду брать. Так, тут надо аккуратно, кстати, себя вести, потому что в любой абсолютно момент может произойти. Ну, я про смерть. Ну, тут нет ни хрена.
Это за какой пулемет? А. Нет тут ни хрена. Типа все? А, не. Вас тут как раз таки, ребятки, еще много. Таких-то. Так, оружие, оружие, оружие. Скар. Сейчас, наверху. Ой. И это ракетница? Серьезно? Блин. Слушайте, что-то мне кажется, в этой миссии я не найду скар. Обидно немного. Не, серьезно, обидно. Так. Фак, 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 фак. Посидел за пулеметом, называется. Не, ну а чё? Слушайте, чё-то их здесь немало. Вот представьте, как я это все на сложном проходил. Я всю игру на сложном проходил, и... Вы не представляете... Скар! В скольких моментах я переигрывал просто. Скарэль. Даже с глушителем. Все, поехали просто. Слушайте, я не вижу вообще, куда ехать, так что... Ладно, поехали. Я вообще не вижу, куда ехать просто. А вот, вот, вот сейчас более-менее. Да куда ж ехать-то, блин? Я тупо по карте еду. А, вон, нашел дорогу. Наверное. Да. Эй, вы там стреляйте. Я что, один, что ли, стрелять, типа, буду? Да я не торможу. Ага. Слушайте, класс, у нас там автомобиль уже, все. Сейчас развалит. Я не знаю просто, куда стреляю, куда еду, но я попадаю. Ужас. О, вертолет еще. Блин, а что с вертолетом делать? Мне показалось, или я сейчас сквозь солдата проехал? По-моему, да. По-моему, прям сквозь солдата промелькнул так. Ужас! Что происходит? Да тихо. Ну подъезжаем, я так думаю. Да, все. Наконец-то. Японский бог.
круче ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику.